Наполеон? Не было. Принесла я космолой, принесла Наполеон. Обзор тарелок. Готово. Нашла тетеньку какую-то, которая за 20 гривен вот такой Наполеон печет. Представляешь? Это у них на базаре. И она ей постоянно туда. А я левой рукой. А я левой рукой. С оператором не забудьте. О, пацаны, мы же выглядели. Выключили камеру, поставили реквизит. Все. Снова. Это та, которая не будет. Я тебя снимаю сейчас. Не будет, не будет. Не обращайте внимания на меня. Какие подарки. Почему они? Авторская работа. Я делала сама. Это вам не смак, конечно. Какая прелесть. Слушай, класс. Самое достойное место. Обалдеть. Ну, правда, авторская работа. Просто все надо выбросить, все остальное. Просто ничего нет достойного. Привет. В этой квартире. Можно вас раздеть? Да. Да. Раздейте, девушка. Готовить. Нет, на кухню все. Ты снимаешь? Все готовить. Подождите, дайте привезти все. Нет, никаких порядков. Мы еле к вам подъехали. А что случилось? Вы же снимаете. Что же вы не снимаете и камеру опускаете, как будто вы глазом смотрите. Извините, никакого опыта. Скажите, девушка, а что вы будете какой-то... А что у вас с интервью начинать? Чуть текст забыли. О, ну вот, сняла. Не трогайте. Не трогайте меня. Да. Ну, серьезно. Трогайте. Мама, не трогай. Мама, не трогай. Классно. Можно побоксировать. Съемки программы «Смак» продолжаются. Андрей Макаревич, это я на самом деле. Здравствуйте, Андрюша. Меня же все ждали. А что вы приготовили сегодня? Яичницу, как всегда, конечно. Шоколад. А яйца? Шоколад. Ой, еще одни пришли, Макаревич. Рассаживайтесь. Я включила. Это масочка на вырост. Нет, наоборот. Будущего, да? Видишь, с этой стороны еще. Я потом встану. Все, Марин, мы тебе... Это называется перебор. Извините. Будем мыть руки. Давайте возьмем интервью всех. Давайте. Который на Music Radio звучит. А, на Music Radio. А с нами, ведущий по ТВ, ты там говоришь. Там что-то пинику. Это было без этого. Это ж ты говоришь. Ну я, А с ведущей утили, я каждый день скульптор лечили. Подходи, не сбежать! Понимаю. Давай. А, я могу быть музыкальной заставкой. Давай. Оп! Камера. Добрый вечер, дамы и господа. Мы открываем наш вечер. Мы на канале ОТВ. И первая игра, в которой мы будем играть. И напомню, что приз у нас миллион. Чего я не скажу. Он горит! Все тайны раскрыли, но тем не менее мы играем. И первое, я предлагаю, я не знаю, во что вы собрались играть, я предлагаю играть в игру «Фанты». Нет, я вызываю одного человека, говорю ему на ухо песню русскоязычную, он вам ее показывает, а вы угадываете. Отличная игра. Первая девушка блестящая. Если вы ее не знали, это Стася, она эту программу ОТВ Модел. Какая у нас сейчас мода, если без... Сейчас мы придем, Стася. Едет на нем сейчас. Все очень честно, девушки, я у вас. А можно смеяться? Да. Можно. Только с бесло, да? Это очень известная песня. Близко, по крайней мере, группу угадали. Это уже. А, Майна даже смеялась. Миллион мандарин ваши. Замечательно. Тот человек, который угадал песню, я предлагаю. Я думаю, тот ее исполняет сейчас. Тихо. Выключай музыку. Нет, следующий. Нет, Стась, давай, тот дает следующее задание. Нет, давайте мы еще.
название песни, я тоже, по идее, должна помогать. Он очень простая песня. Хорошая традиция. Доставай так уже по полной программе. По полной. Когда у вас ушел, его тоже достала часть. Просто ушел, просто. Попробуйте определить, это самая доставучая песня должна быть. Ой, я песня тоже очень достала. Что? Не подшути. Это детки. Девушки. Ой, куклы. Кукла. Кукла. Наташа, Наташа, Наташа. Дали дети. Ой, ну она достала, уже успели забыть ее, кстати. Уже как-то хочется вернуться в прошлое. Верните, пожалуйста, реквизит. Кукла, Маша. Да. Куклы, Маша, Даша. Да, не, это я повторилась. Ну что вы. Итак, следующая песня. Все честно. Экран. Реквизит нужен. Зеленая. Экран. Голубой. Маленький. Голубая луна. Тапочки только что. Мужчина дали этой песне. Ну это понятно, но почему зеленый тапочки? Мужчины дали действительно этой песне. И мужчины стали... Что подсказываешь? Самолет. Ворон. Нет. Стюардесса по имени Жан. Да? Слушайте. Нет, уже другие. Алина? Идет. Нормально. Ну, скромный очень, да. Без меня. Без комментариев. Без комментариев. Чешское шоу. А костюма нет, она целый мешок. Да? Целый мешок костюма. Ну такой привет, я тут принесла. Целый мешок. А что вы скрываете, я не понимаю. А вы не скрываете. Я она, это ее песня. Песня, которую вы очень быстро угадаете. Так, очень быстро. Ну это талант просто показывает. Очень быстро. Да, сориентируйтесь. Это уже она? Да. Ой, ну я посмотрю потом по костюму, может быть что-нибудь подойдет. Не дотрогай, не дотрогай. Иду я по канату. Я хотела другую песню, но ребенок сказал это попросил. Очень быстро сориентировался молодой человек. Ну, он хотел с тобой пойти туда. Давайте. Нас на двоих. Мы потом, если надо, мы отдельно шоу сделаем. Сейчас нет, сейчас просто элементы шоу. Элементы шоу совершенно. Просто они очень яркие, за которые мы просто должны быть определены. Шутера. Подожди, я по тексту просто иду. Что дальше? А, хочешь? А, все, мне подсветишь. Хочешь, ну ладно. Я застрелю тебя. Я уеду голодный. Я уеду голодный. Что-то между ними вообще? Я только помню только припев.
На 12, да. Ни один альбом не влазит, но... Всех друзей я соберу. Нет, кроме некоторых. Да. Вот вас не беру, то ты. Моя семья. Я ты. Дочка, мама, ты и я. Боже, ты не подстригалась. Подожди, а что там просто? Можно? Сейчас всем, это будет мастер. Ну тут можно вас использовать? Дело в том, что это обязательно. Вот там вот так происходило. Вы извините, но это было так. Да. Там было так. Там было так. Я сам не помню просто. Ненавижу. Не люблю. А за двумя зайцами это. Я злая. Стерва. Три человека. Попробуй угадать. Тут надо еще подсказать. Угадывай. А Ольги нет телевизора. Замечательно. Она рекламнее. Смотрите. Открывай. Трое охотников. А, это про пиво, боже мой. Что-то вспоминаем наикращих частиц. Не-не-не-не-не-не-не. Но очень тепло. Я просто случайно. А еще там такие штуки. Разум смакуешь. Да какой краще? А еще там знаешь, что делать, чувак? Да я не помню. Да я же не видела телевизор. Я не видела такое. Я тоже не видела. Ну, на три вообще. Сказали, что ушел. Ушел. У нас есть профессиональная гадалка. Она обещала, что угадает всем. Хотела бы угадать всем присутствующим здесь. Я готова даже... А вот там я скажу всю правду. Всю правду. Это мафия. Вон капитан комиссар Катания, он мафия. А эти что-то отложили. Это тебе нужно. Это нужно. Я расскажу. Нужно на каждого молодого человека имя. Дать имя. Ну, конечно, известно, как это нет. Четыре. Надо вспомнить. Четыре надо вспомнить. Сколько у нас мужики? Мужские это. Сколько нас? Так что загадывать, да, уже можно начинать. Да. На камеру давайте. Не сможем узнать. Я люблю и пролетаю гробки. Головой посильнее трясите. Головой трясите. Я люблю и пролетаю гробки. Марки не вже мало, лиши ознаки. Хреща ти запали рекламні вогні. Нашому кохані там заблудані сліди. Що дорогу з нього знайти? Не зможемо знайти. Это по утивитовски. Горячий десятка у нее есть, понимаете? Это цирк на дроте просто. Моисеев очень меня любит. Ой, Моисеев. Я знаю, что он учила цимбал. А что у тебя Моисеев? Я учила цимбал, спасибо. Что цимбал? Я говорю, что правильно научила цимбал. А правильно научила? Да. А кого учила? У тебя учила цимбал? Да. Она научила делать логические ударения. Да. Так ты знаешь, что чего цимбал учила? Да ты что? Я тебе клянусь. Слушай, она вообще полгорода учила. Мы ехали как-то в машине. Что ты так долго говоришь? Я полгорода учила.
не я, когда я была в жизни, это не я, это еще и я. И мы так же послушали. Не, мне отцом был лучше. Просто, да, извини, просто без ТВ говорят так, что она, вы знаете... Кому Даша, поди какой-то. Поди уже и не Даша даже. Уже Стася начал просирать ферзя. Оба, какими вы играете? Даша-то под лет 35 было, понимаешь? А тут Стася. Малявка? Просрал все, что мог уже. А это 15 минут только поездки. Час какой-то жалкий прошел. А ферзя, ладьи. Ферзя и ладьи нет. Это неинтересно. Нет. Это очень интересно. Это же пофамильные. А что, спасибо, Стас. Ну не надо стать. Чего? Не доиграла. Отличная форма. Тем более, что это не Стася, а Даша, как мне сказали недавно. Даже Гарик Кимович сказал бы в такой ситуации. Ну, собственно, тут... Ничья? Предлагаю ничью. Максимум, что я вам могу предложить. Ничья. Ну так предлагайте. Ну и что мы с этого будем иметь? Ничего. Ну, что мы Для потомков. Наташ, как ты что-то приличное скажи хотя бы за своего муженька. Ну как я могу муженька, что-то приличное сказать, когда у меня такой муж. Да, я понимаю, ты забыла, ну, весь русский язык остался в прошлом. Я надеюсь только на отдых, что как-то я забудусь, отдохну. Утром мы попрощаем. Он так часто просырает. Да. Просырает. Ну, я пытаюсь быть скромной. Так не хочется подставлять близкого человека. Она пытается быть скромной, но часто. Часто. Да, тут, конечно, плохи у него дела. А Даша увлеклась. Даша, ты знаешь, ты не переживай так, Даша. На самом деле, это было все не на деньги. Дашуля, это все было на деньги. Вы знаете, наш сосед Горенский, по-моему, не одобряет ваш порыв. Он ушел от нас. Камеру от глаза не убирайте. Сними меня. Ты знаешь, он ушел пить чай. Быстро сними. Хочется, чтобы все было медленно и печально. Не, он его будет иметь, конечно. А хочешь покой? А вы такие симпатяги все. Вот мы хотим покушать. Да. Мы едем в Бордынис. А хочешь посмотреть, как ты... А, это как-то так странно. Расскажи мне, пожалуйста, тяжело тебе живется с таким придурком? А расскажите, легко. А вам с такой придурочной живется хорошо? А с какой? А с какой вы живете? Я запутал. Тогда вы сами придурок. Ну со всеми хорошо. А вам хорошо? Со всеми? Со всеми. Какие-то вы все дурачки. По-моему, все тут. Ох, ничего себе. А что, чем это ты? Это семейная сцена. Да, это перепон голов. Не, ничего себе. А ты слышишь нас, Виталич? Что происходит? Какая следующая станция? А зачем вы так жестко с Виталиком пошли? Это мне разобрали. Нет, а зачем вы так больно сделали? Нет, так я не больно сделала, просто классный звук. Просто классный звук. Я это не больно, просто классный звук. Вы да. За хороший звук надо будет, и за него же. За звук. Чай. А вам легко живется с вашими кавалерами? Очень сложно. В шахматы не умеют играть, ни черта. Стаска, когда вы наконец выберете себе кавалера? Успокойте мою жену. Играющий в шахматы прекрасно. Чтобы нормально было, можно... Гарри Кимович. О, подход. Кстати, Вишванатан Ананд. Ананд. В вашем возрасте уже у других девушек дети, Стася Ивановна. Василий Иванчук. Иванчук, да. Ну, не фамилия. А у приличных девушек внуки. Подождите, я разведу сына. Не, так он же не умеет играть. Пусть скажет, когда это будет. А вы пусть скажет, когда дату, дату точно. Нет, дату, она сказала. Что, оператор, что пропустил? Что-то у вас получится. Нет, я разведу сына. Боже, девчонки, у всех какие-то нас... Мальчик, иди сюда. Мальчик очень часто пеет. Мальчик, иди сюда быстро. Это не наш мальчик. Это не наш. Я, значит, покажу сейчас в камеру фокус карточный. Марина Витальевна. Сколько у вас кассет? Маришенька.
Это наше дело. Это наше дело. Нам не жалко, понимаешь? Вытаскиваешь, пожалуйста, карточку. Потратить. Ой, ну что ж такое? Это на любую тащи. Мне так не сама вообще. А вы не подслушиваете, девушка? У тебя непозимейная тайна. Я иду в бассейн. Саша, ну если ты страшна, так не надо, чтобы все об этом узнали. Хотя бы скрывай это тщательно. Виталик влюбился. Наконец-то. Наконец-то он увидел родную душу в колпаке. Колпачили тебя, Ардаш. Ой, у меня есть, кстати, такой колпак Деда Морозовский настоящий. Внизу, да, этот капюшочек помпончик, который пикает. Понимаешь, так, что это так? А уже... Привет! Привет! А где мамаша твоя? С Виктором разговариваю. С Виктором? Да. А кто это тут говорит? Здравствуйте. Вы Портынитика. Вы Портынитика. Сегодня... Вот это и есть Портынитика? Сегодня 4 июля. Угу. 2000 год уже. Здорово. А что мы тут делаем все? Что мы отдыхаем. Мы пытаемся, во всяком случае пытаемся отдыхать. Вечером мы будем сегодня пить портвейн. Немножечко пить. Немножко, будем. Немножко пить. Если это для посторонних людей, то немножко. Пищает нам. Что это тут с нами о чем-то разговариваешь? Ой, я сегодня подгорела. Мама надо мной сегодня издевалась. Почему это? Это неправда. Не надо это снимать. Это правда. Потому что она сегодня меня... Говорит, тепленькая водичка. Угу. Вот. Оказывается, она такая холодная, взяла мне ноги, все облила холодной водой. Это в доме у вас там? Да. Ничего себе жестокость. А что такое подогреть слабо уже? Это ваша мама, девочка, да? Бедная девочка. Девочка, вы не хотите поменять маму временно? Ну, так еще пока вопрос не стоит, да, но уже предложения рассматриваются. Уже? Я не знаю. Пока еще это не известно. Ты говоришь, ждешь? Жду, чтобы меня сняли. Что-то темно тебе очень. Темно. Ты можешь немножко отойти? Темно как-то. Лица нет. Скажи, о, отлично. А скажи, пожалуйста, а какую порцию за сегодня ты ешь? За сегодня вторую. Всего лишь вторую? Всего лишь. Это правда? По-моему, да. Жалко, что звук нельзя приблизить. Я все равно снимаю только... Я снимаю только тебя. Вот ты теперь поняла? Мороженое. Первый раз выспросила. Вот теперь нажала. Теперь видно. Хорошая мама. Первый раз в жизни ем мороженое. Боже! Раскину на своей груди девочку Элли. Посмотрите, девочка, в камеру, пожалуйста. Что вы сказали? А можешь мне дать денежки, я куплю яблочных у Бабуба? Да, сейчас, секунду. Сильнее нажмешь кнопку, тем быстрее он едет. Молодец. Какой ты купила? Командор. Е, с Е. Побольше Е. Побольше Е, правильно. Салый вы? А-а-а. Сразу еще порублю нам. Порублю. А девочка говорит, фрорт. А
Где этот курорт? А теперь попочка, Стасика, попочка. Нинта! Тебя нет? Стол какой-то стоит. Как бы его обойти так? Нет, сидела в книге. Ну, подсказывай. Текст. Я немножко забываю текст. Где мы находимся, расскажите? Но как они спелись? Стасичка, где мы находимся, девочка? Да мы находимся да на море, но понимаешь, не, с некоторых пор некоторые девочки Элли. Ты же пошли! Нормально вообще? Как вы воспитываете свою дочь? Нормально. Понимаете, я забыла текст, она перекупалась. Суфлёр мне подсказал, вышел конфликт. Меня только что приглашали танцевать некие молодые люди. Надо было снять. Люблю это я вечером сигару выкурить. Ну что, куда движемся? Движемся? Как-то много людей, так и все в платьях, наверное. Неправда. Ну я как-то... Почему эта троица занимается все время одним и тем же? Машина. Угу. Набродненькая программка. Какой танец мы умеем тут? Среди болтанцев, не забудьте зону, где подбавано закаты слова «хэй». Опустила ниже просто нашего достоинства. Да, Ларик. Вот такая будет история. Не трогай чужие как вещи. Как ты думаешь, мы будем прощать такое? Такое. Проси прощения. Давай. Она просит прощения. Еще раз, громче. Громко, пусть я слышу. Весь парфенит услышит. Что она сказала? Какое сегодня июля? 32-е. Правильно. О, слушай. Можно так? О, жук такой, рогач. Помните вчера был жук? Да. А что ты хочешь? Сашлик. Невичья, кучу. Кучу. Юлёк, а ты что скажешь? Ты где? Этюд с очками отменяется, начинается этюд с шашлыками. Вот там есть вода, ты знаешь, что ты забрал? Да, что там? Нет. Вода лежит. Кто это Слава? Таинственный Слава, который все время поет бараны. Видимо, его часто избивают.
смотреть. Оп, на Анну. И, видимо, у него была жестокая ма. Она цепила ему на раны не сахар, а соль. Ужас. Маленькая улыбается. Ну скажи, смешно. Конечно. Стаська, ну это стиль нехороший. Что? Ну не надо говорить, ой, ведь улыбается. Каждый улыбается тогда, когда хочет. Ну это было действительно смешно. Твоя Славочка? Понимаешь, когда действительно слышно? Про Славочку можно рассказывать очень много. И днем, и ночью, и только про Славу. Мне можно так фамильярно, поскольку мы со Славой. И тлюпать и нет. Я не написала это в своей книге. Не нужно знать всем, но вам я расскажу. За Славу есть любая нит и жили в одном номере. Я одену очки, я могу покраснеть. Так вот. Так далее. Тому подобное. Слава. Вы знаете, одна особенность Славы. У нее никогда не хватало туалетной бумаги. Это детали, которые я тоже не напишу в своей книге, но об этом должны знать все. Я думаю, это полезно, поскольку в Крым пают и НИП ездят очень многие. Правда? Да. Правда. Славочка Добрыня закрывался в моем туалете надолго и писал свои песни. Так родилась песня. Так родилась песня «Не сыпь мне соль на равных». Какую рану имел в виду? Добрыша, как я его иногда называл, вечера. После туалета. После выхода из туалета. Я вижу, я не один жил со Славой. Хотя мне казалось, что у нас было больше. Потом продолжим. Всего доброго. До свидания. Супер. Супер. Боже, какая машина. А со Славой гоняли на такой. Смотрите на машину, смотрите. Да не на маленькую, не на пионеру. Прекрасная машина. У моего дедушки могла быть точно такая. Совершенно верно. Тогда у всех дедушек были одни и те же, а может быть одна и та же машина. Дело в том, что тогда они были еще не девушками. Они были не дедушками. У вас плохо с дикцией. У меня плохо с дикцией. Девчонки, меня... а вы не хотите на котих и мальчишки? Они хотели вам выпить вина. Нет, можно сказать, выпить вина, а можно на котих. Какое вы предпочтете? Мы предпочтем выпить по маленькой. Мы предпочитаем самолет, а я возьму билет на пароход. Ну ладно. Впрочем, сейчас не об этом. Давайте поговорим о чем-нибудь. Нет, может, вы задаете мне вопрос, я широко. Как вы относитесь к Калиневскому? Я знала, что это вопрос. Я открою эту маленькую тайну, которую знают все, в общем. Но все закрыли рот, молчат. Вот за этой горой, убейте, за этой горой не пускают нас домой. Там господин, не побоюсь этого слова, Ленецкий. Вы знаете, это знаменитейший актер, о котором я еще написал книгу, но готовлю, и не в стол, не в стол. Все будет скоро на раскладках, Уже много пробников. Что-то Владимир Ильичевская проскакивает в вашем говоре. Пробники? А что вы понимаете под словом пробник? Ну, конечно, это не духи. Вы же понимаете, это не духи. А там будут вложены такие духи маленькие в виде пробничков? Нет, там будет шампунь от Белхать. Вы знаете, я решил... Шампунь. Я открыл. Он будет называться Лине. Коротко. И название несколько похоже на французское. Лине. Мне кажется, это будет удачное название. Лине. Вам нравится? Да. Мне тоже очень нравится. Попробовал, вам не понравится. Расскажите о вашем герое. Герой Ильницкий. Давайте выпьем, я выпью.
обществу задает мне вопрос. А другой дает ответ. Ты этот вопрос прекрасно слышишь. Это наш друг из Сталина. Ты зафиксировал вопрос. Я. Да, я зафиксировал вопрос. Но ты при этом быстро говоришь, что? Хитрость для того, чтобы мысль заработала быстрее и об ответ родился быстрее. Понимаешь, он будет точнее. Давай, до свидания. Здравствуйте, нас оказывается гораздо отличнее. 5-6. Ну, друзья, я чувствую себя неловко. Вы знаете, Виктор за день подустал. Он рад, что на смену пришел Валера. Я его очень понимаю. Я снимаю перед вами шляпку. Да вы просто дня. Они задают три раза вопрос, чтобы одна сумела подобрать ответ подходящий под этот вопрос. Вы не просто из танца. А потом они заполняют паузы, которых так много. Что им будут заполнять жизнь? Что же это может понять? Они просто из танца. Я вижу. Это о, а почему бы нам оу? Давай говорить. Давай. Подожди, попробуй. У меня тоже не получается, мы попробуем. Давай попробуем. У меня тоже не получается. Давай, ты не разрешаешь. Нет, я подожди. Сейчас мы найдем, надо представить. Надо поверить и пройтись сквозь стену. Это, кстати, моя дружба старшая хотела себе неолитика. Это наш ежик, как он спрятал мордочку. Он как-то вот потянулся. Красочка. А это все, кто смотрит на ежик. Хочу не солнце, не веселье, я пущусь в мир тоски осенний, я лишний здесь, и было все, что было, и вот боюсь, чтоб лишь дождем не смыло. Начинаются наши будни. Мне не важно, как. Трудовые будни. Ой, где-то тут еще человечек был. Привет. Привет. Это замечательная татуировка. Это наш идейный предводитель. Вы вчера посторожил этих мест. Они немножко наказаны. Да, они сегодня наказаны все. Эта девочка лишена вообще права голоса. Чего она здесь? Чего? Вам я ничего не скажу. Очень интересно. А вот там мужчина где-то, сейчас я его найду. Вот, собственно, Стаська, убери голову. Я его нашла. Ой, это не он. Он дежурный, вон он. Это не пленка, это... Нет, смотри, здесь не пленка, Юлечка, вот там дальше. Thank you.
парами. Юлька расстался. Парами. О, я тут изгаляюсь полчаса. Ну просто все потухло. Зачем пить, хотя бы стакан. Все равно не снимает. Снимает, горит. Сейчас горит. Нас уже снимает, а я иду и каюсь. А не горит. Горит лампочка. Плохо видит. И какая у нас программа на вечер? Турнир. Играет в турнир. А где у вас, где этот, откуда этот звук донесся? Славислав у нас с собой. А это что было? Это мы будем за пивончиком. Ага. Виктор? С маленькой сумочкой. Зачем это вы курите? Мы не курим. Зачем это вы мороженое жрете? Что делаем? Каждый день мороженое едите. Да, по 5 порций в день. Вот зачем все это вы делаете? Пусть подстрекатель кипит и шипит. Пойдемте играть. Пошли, пожалуйста. А у нас вон у девушки. Девушка, сколько времени? Стасик. 15. Без 15. То, что ты делала вчера на набережной, можешь сделать. Никто тебя не запрещал, особенно на бадминтон. Не надо, есть разные. Она работает, выключаешь, не работает. Включай, Стасю. Наезд, отъезд разобралась ли? Вот это помощь. Нажала? Юль, стоп! Ты уже нажала. Все! О, уже с твоем. Стоят свои игроки. И свои спутворят. Девчонки, вы во что играете? Шоу-бол. Марина Витальевна сейчас будет совершать смертельный номер. Она полезет на лестницу. На самом деле она очень боится, потому что вчера она тренировалась, репетировала с поддержкой. У нее это, с подстраховкой, я так сказала, у нее это вышло. Но вот сегодня она делает вид, что это ей совершенно все легко дается. Когда она заходит на самый верх, при этом она трусится, как заяц. Участникам соревнований.
такое все вдвоем выбрали с вышки. 5 июля сегодня. У нас еще 3 дня отдыха с Виктором. И 9 раннего утром мы уезжаем на маршруточке. Ну, маршруточке это я посетила, конечно. На такой не на маршруточке, я сам понимаю. А 8 у Марины день варенья. Видите, кстати, вот это Медведь-гора. За этой Медведь-горой находится славный артек, в котором живут наши друзья-фестивальщики. Ну, мы славно. Начинается зарядка. Уже не утренняя. Перед едой это не помешает. Не помешает. Сейчас мы будем есть один креветок, рапанов. Рапаны я заказала. Что мы еще? Рапаны и... По-моему, с вермишелью. Что мы еще заказали? Сгущенка. Сгущенка и со сметаной. Все это запеченное в капусте. Виктор, а вы что? Виктор, а вы что заказали? Я заказал отсутствие всего вот этого дела. Сохраняя свой желудок и ваши нервы. Ой, а почему вы сидите на море, а за вами нет моря? Вот, объясните, пожалуйста, Юлия. Море прикрыли, сегодня санитарный день. В ресторане. Может быть, ты пойдешь там в море в ресторане? Нет. Море не в ресторане, сказала Юля. Да, а я знаю, сегодня просто, сегодня рыбный день, сегодня аут закрыто море. Нельзя купаться? Нельзя купаться, да. Ничего подобного, ничего, это придумка. Так, подождите, а где у вас? Я пропустила часть. А почему нет, нет моря? Где море? Вот где море? Море? Море в Артек. Перебазировалась. Мы сейчас просто едем на море. В Артек? Потому что сейчас покушаем. А кто в Артеке нас ждет? Можно я? Да. Лимонки горят. Опа. Ну что ты можешь? Раз, два, три. Щелкнула? Да, я хочу. Какая у вас голова? Марина, скажи слово. А ты не снимаешь? Снимаю. Знаешь, дорожка идет прямо к этой. Сила в них. Отправляю, у Маринки мокрая кровь. Вот это вот артек. Такой, средний. Говорите, говорите. Мольба. Кое-что хочет Лариса Смирнова рассказать вам. Меня умеет. Спасибо. Нам было приятно для вас петь. Встреча на Эльбе. И чего бы я махал? Рукам по воле, зачем грабовать?
хватит. Всем пока. До будущих съемок. Да. Юля, вот давай так выходи. Так вот оно выходит. А думаю, что охладито. Выход артиста. Здравствуйте. Нет, я не могу сидеть, потому что у меня же работа. А что даже чай не попьешь? Нет. Я тоже буду здесь. Какую? Учебцу. А, жюри? Да нет. А, вот это. Как ты тут пожелаешь? Как чем-то... Какое открытие? Пашка стоит на солнце. Горит чертовый бабушка. Чертовый бабушка. Смешновато было вообще-то, честно скажу. Виталич. Виталич, расскажи про Италию. Планы на сегодня. Что ты будешь делать вечерком? Виталич, сваливаешь? Что ты будешь делать сегодня? Куда ты сваливаешь и во сколько? Мы же тебе приехали, дорогой. Ты что, мы потратили столько денег, вот, чтобы доехать? Вот, Юля. Вот пришла наша дочь. Юлечка, скажи, как меня зовут? Марина. Марина. Вот так. Марюнчик. Марюнчик, удачи. В чем? В чем? Да, да, да. Море было холодно. Море что-то вот чуть-чуть началось. Ну, наверное. Поломает. Успокойся, я чувствую. А потанцуй, пожалуйста, свой любимый танец. Зачем тебе это? Кто здесь? Это мое дело. Ты же прям как любимый. Из лав. Ла-ла-ла-ла. Так ты на чью камеру снимаешь? Хэви метал. Какая разница? Это не ее дело. Да. Больше его там все конца. Давайте не надо мусор. Давайте не надо мусор. Кого? Аталашка? Аталашка мы только что не делали. Аталашка торговец. Алкоголем? Он нам все показал. Назвал по комнате. Мы с ним возвращались в 6 часов утра. Включила, снимаю.
Нажала? Да. Поехали. Говорят, что я люблю тебя. Стаська, на минутку можно тебя? Это вот мой наряд. Здрасте. Здрасте. Нет, смотри, десерт. Моя дочка, ее зовут Стася. Ей 20 лет. Годиков. Не скажешь, сколько на самом деле. Нет. Ну, пусть это останется тайной. А вот она тут спит у нас на поле. Ну, что поделаешь, ничего. Мы, кстати, сегодня забыли сделать хроники один день, как это называется, один день из жизни. Пикирующего бомбардировщика. Да, день варенья. Вы знаете, что у нас сегодня день варенья? И знаете, у кого? Покупали, никто не подумал про весит, в отличие от своих. Маринчик, да. Расскажите, а что вы чувствуете в день варенья на таком хорошем месте? Очень приятно. Приятно. Кажется, в Калинице очень жалко. А что вы там тешите? Очень жалко. Знаете, тут очень-очень жалко. Потому что мы уже не Маринчик, а Варюнчик. А Ларунчик тоже не поспал, сказал тот, что Ларунчик. Тогда пошли. А Витюнчик один Гудвин спал. А Гудвин спал? Так же мало места было. Мамочка. Мама мучилась. Боялась встать, разбудить Гудвин. Он же такой. Ну, грозный. А потом не оберешься. Гудвин лучше не трогать. Тогда до свидания. До свидания, всего хорошего. Снимаю, как они идут. Это наша улица. Это наши девочки, это наши именинники. Ну, жалко, Алке подарили. Ну, не жалко, все-таки выбила за вклад. Да. Цепочки. Хоть бы, думаю, Стаська ее получила. Ой, безумно. Да? Только прикоснулась. О чем речь, девочки? Ну, как не видно, сиреневое. Так оно и не должно быть так, оно вечером так не встало. Может, я вот здесь помазала, вокруг. Хорошо. Нас зовут великим. Знаешь, что ты снимал нас против солнца? Снимал. Неправильно. Я вас не видно, как отлично. Я красиво. Видно еще и как. А вы в красивых босоножечках? Ой. Да, такие, ничего себе. Слушайте, меня укусили. Кто это? Кто посмел? Кто посмел? А кто посмел? Ну, вы как-то не веселитесь. А, мы забыли, мы позируемся. Да. Мы же думали, что это фотоаппарат. Все. Спасибо. Машенька, ты что там посмотрел? Вот мне новенькая пещера. Я сейчас устрою. Что, вот эту книгу? Все о торт. Все о тортах? Она тебе обещала тортик сделать? Она мне обещала тортик. А что мы сюда вообще приперлись? Выкупать билетик? Да. А это куда билетик? Кино. На какой фильм? Мультик. Про собачку? Да. 101 далматинец. На Стасиков каких пузатых. Каких вот пузатых кинголов. Что это они пузатые? Отлично. Можно вставать, а то я сейчас как под... А вам неплохо. Стасичка, не беспокой. Огном идет куб.
чем они там занимаются? В носу ковыряют, что ли? Что-то друг друга раскатывают. Скажи что-нибудь. Скажи что-нибудь. Да просто отлично. Что не поза? Пойдемте в сторону Титаника. Он такой больно, И опять они занимаются какой-то ерундой. Убрать подсолнечное масло. Очередные шутки. Компания купившая, ну почему вот все становятся именно там, где не надо? Компания купившая можжевельник. Мам, ты что, масло хочешь купить? Мама, на сырсканца. Потому что роза. Вот это называется питание. Проба. Детская проба. Давай, еще один. Давай, давай я сфотографирую тебя тогда уже одну, а потом... Потом ты меня уже, да, и все. Ты успокоен. Есть еще Марина и Виктор, которые могут... Они кстати, не хотят фотографировать. Мы с вас с удовольствием сфотографируем. Кто? А кто? Я помогла. Ты первый. Вы смотрите, как лучше. Блин, да быстро это сфотографируем. Обалдеть. Это типа не взрослая версия, вернее полувзрослая. Такая, подростковая. Полумолодая. Пальцы убери. Пальцы объектива. Уже снял. Нет, не получилось. Парень, я сейчас Юля, быстрее. Давай я. Ты неправильно стоял, девочка, да. Иди стать сумкой. Да. Ну что мне такие удобные? Мариша, что ты там делаешь? Пойдем.
Неврологическое отделение номер 2. А ты чего? Мне сумка не мешает. Нет. Кстати, надо, чтобы... Гарантия, я сам там гарантию буду. Ну, а вы говорите, не видно. Да видно просто великолепно. Будешь, она не хочет снимать нас, и все. Что за вываливается веселая компания после крупного загула. А потом ничего. Это Валерия. Валерий тоже запускает. Юлечка, мы едем. Да, Ларик, это мы едем. Это какая прелесть. Временно Юлечка. А, я. Предлагаю. Я думаю, Тут ее исполняет сейчас. Тихо. Выключи музыку. Нет, следующий. Ну работает. Заработала. Алло. Давайте поговорим. Оператор на телефона. Можно мне еще? Нажми на телефон. Носят только на море. А это носит дома. Вам, бедный, вам, наверное, мучаетесь. Просто нет. Я с таким... Кстати, да. Ты с моря. Никогда ничего подобного не делал. Ты помнишь этого инокинца? Ну, подобного, да, конечно. Это помечено? Никто. Это чтобы не перейти, да? Особенно под фильм. Как чашки в кафе, да? Да, просто великолепно. Что фильм, что коктейль. Когда пошел, уже не возьмет. Ой, супер. Я что-то не могу... А что там у вас? А какой у тебя размер? Боже. Дорогая Стасия, я так рада, что я приехала тебе на день рождения. Как всегда, у тебя все очень вкусно. Бедная. Вот это очень вкусная икра. Делала именинница, которая родится через 45 минут. Ура! Я подтверждаю, да. Я ел это. Я делал это. Бедные. Это на кресло. Об этом я читала в обиде. Юльчик, а что твой Мишка говорит по этому поводу? А вы лучше посчитали, что вам положено. И других не задерживать. А Виктор? Я не ел это. Но я съел. Ага. Лариса, помнишь, ты зашла на кухню и что там было? Кто там ничего не ел? Стол. Стасе мама подарила на день рождения стол. И 4 стола. Да? Да. Серьезно? А Стаса, чтобы Стаса не кушала на колено. А Миша, а что Миша? А Миша подарил. Ничего не подарил. Обаятельную улыбку. И марафон. Он подарит марафон. Он завтра подарит марафон. Марафон? Марафон он будет бежать через. Ура. Я все, слышишь, все главное сидят. Олечка просто только пришла, она не потому, что она больше всех ест. Как обычно. Она у нас на всех домашних сидит. А мне не дали. Олечка, как же духовная пища? Не дают, ты понимаешь? Я дам. Я ем то, что дают. А мне, кстати, не дали. Видите, у меня ничего нет. Я просил. До дня рождения Стаси осталось 5 минут. Класс, я вам то. 10 грамм кетчупа. Ой, боже, мне же нельзя шевелиться. У меня сейчас с плеча упадут конфеты. Мы не можем рисковать этим. Да, это последняя слава. Марюнчик. Алло. Ну, да. Какой ужас, на мусоре не можно. Лариса Евгеньевна. Лариса Евгеньевна, у вас к телефону. Стасичка. Дорогая, все в сторону. Ножи, вилки нельзя дарить. Ой, мама, мама, Это мне не подарок, это мое. А дай обратно немедленно. Гости украдут. Гости, и так гости все покрадут, Марина. Не бойся. Марина. Так, у тебя руки освободились? Да, спасибо. Ого, сколько. Ничего себе. Надо было больше? Что-то много. Кисляк такой, слушай, сухое, что ли? Брюс, это да. Сколько будет 5 лет?
А Юле за 5 лет. А Ларисе 6. Да? 8, Вася! Там 8 Мэри Поппинс даже еще не дошло. Боже! Вот еще! 8 уже все Мэри Поппинс забыли уже! Волшебники изумрудного города уже. Так, подождите, я не понимаю, 12 было? Было. Было. За именинницу пьем? Пьем. А чего Жене так мало? Стасенька. Не хватило больше. Мало тебя шампанского. Я за тебя пил, но я тебе не говорил, потому что как-то не принято. Просто до дня рождения. Втихаря. Да. Мариночка. Виктор, за вашу прекрасную девочку. Замечательно. Ну и прекрасно. Поговорим о прекрасном. Кстати, можно я приближусь так? Да, можно. От тебя не пустит вот эта штучка. Я не могу встать. А можно мне купить чупа-чупс? А можно купить мне чупа-чупс, мама? Или что ты там просила? А можно мне купить? Мариша, передайте Стасе, пожалуйста, дочечке. А теперь выпили и торжественное целование. Братание, целование. Холодное какое. Ой, Оль, тебе нельзя холодное. Не маленькое. Дарья Абанько из Киева. До свидания. Лучший администратор.